Волнующая тишина и сдержанность русской провинции в чувственных пейзажах. В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка полотен Николая Рымшина, известного орловского живописца, чьи работы представлены в собраниях Международной конфедерации союзов художников и галереях европейских стран. В этом году творцу исполнилось бы 70 лет. Природу он понимал как неотъемлемую часть человеческой души. На выставке 10 картин, и их содержание завораживает. Выставка малого формата, но она дает вот представление о, скажем, такой внутренней гармонии, которой обладал этот художник. Если вы вот так пройдете, всмотритесь в каждую работу, вы увидите, что здесь нет каких-то ярких событий. Во всех пейзажах царит такое вот очень тонкое, такое созерцательное состояние. И художник не пишет яркого дня, художник не пишет там зима или там лето. Он пишет какие-то такие пограничные состояния. Предзакатное состояние природы или пасмурный день. В этом мастерство Николая Рымшина, отмечают специалисты. Все увидеть своими глазами вы сможете в Белгородском художественном музее до 21 августа.